Отличный повод подготовиться к Новому году. В Магнитогорске начала свою работу традиционная выставка «Ярмарка регионы России». Она открыла свои двери в торговом центре «Славянский». Жители и гостей города ждут за полезными и вкусными покупками уже сейчас. Что такое регионы России? Это возможность приобрести все необходимое в одном месте в одно время. На выставке-ярмарке в огромном разнообразии представлена верхняя одежда. Шубы пятигорских меховых фабрик, изделия из меха норки, кёрля, острогана и мутона. А также актуальные модели из шерсти. Все изделия сертифицированы. Здесь же покупатели могут подобрать стильные головные уборы. Они отлично дополнят образ и сделают его завершенным. По традиции на выставке-ярмарке в наличии чешская бижутерия. В этот раз привезли полюбившиеся магнитогорцам кулоны с диоптриями. В их основе лупа с пятикратным увеличением. Также представлены авторские украшения, россыпь брошей, бус, браслетов и кулонов из натуральной кожи. Кулоны ручной работы с добавлением камней, актуальны на сегодняшний день, стиль бога для любой модницы. Приходите, будем рады вас встретить. Постоянно посещаю эту выставку «Регионы России», с удовольствием всегда прихожу, покупаю очень много разных интересных товаров, в частности у продавца Ирины. С огромным удовольствием беру украшения на подарки на Новый год. Найдут на выставке горожане товары для дома и сада, салфетки для эффективной уборки, которые справляются с самыми сложными загрязнениями без применения химических средств. Допустим, вот салфеточка для стекол и зеркал, которую знают у нас многие годы уже. То есть вот если видно, что какое зеркало грязное, просто влажное протираем. Самое главное – экономия не только денег, но самое главное – кожа рук, здоровье рук. А это уже знакомые многим многофункциональные гаджеты. Чудо-терки, силиконовые коврики для разделки теста, точилки, отпариватели и надежные помощники на дачном участке – секаторы. Есть модели с храповым механизмом, который позволяет резать веточки до 2 сантиметров, при этом то есть абсолютно без никакого усилия. Также его можно использовать в строительных работах. То есть обычные деревяшки, секатор простой такой не способен сделать. Также в строительных работах это полипропилен, метопол, различные штапики. А посуда, представленная на выставке-ярмарке, прослужит хозяйкам не одно десятилетие. За полезными и вкусными лакомствами тоже на выставку-ярмарку. Здесь для покупателей представлена целая линейка белорусских мясных деликатесов, среди которых индейка с черносливом на гриле и даже сыровяленая оленина. И, конечно, копченое и соленое сало. В широком ассортименте фермерские сыры и, конечно, более 30 видов дальневосточной рыбы. Горбуша, семга, чевыча и белорыбица. Есть в наличии свежая зернистая икра. Невозможно пройти мимо прилавков с натуральными специями, ароматным чаем, медом с частных пасек. Мы сами пчеловоды, мы предоставляем вам очень хороший ассортимент меда. У нас есть и донниковый, и гречишный, и наш элитный липовый мед, есть майский мед, есть которые меда не кристаллизуются, это акация и каштановый мед. Не оставят равнодушными покупателей сладости. Для гурманов здесь представлены в том числе кешью в укропном или тыквенном йогурте, миндаль с кинзой, восточные сладости, халва, мармелад, ореховые щербеты на основе стевии. Выставка-ярмарка региона России будет работать в торговом центре «Славянский» с 21 по 25 декабря с 10 утра до 7 вечера.